Всем привет, народ! Давно роликов не было. В общем, на карантине предприятие, где работаю, выгнали нас на 2 недели. Пока непонятно, оплатят или нет. Отдых такой своеобразный. Вот. Но я не унываю, так как наоборот, можно подтянуть много всяких дел, которые надо сделать, которые хотел сделать и по радио, и прочее. Так что, надеюсь, будет больше роликов на канале в связи с тем, что отсутствует работа официальная. Вот. Так что по стране все не очень хорошо, естественно, как и в России. Тут народ начал массово болеть в стране. Только появились эти тесты, сразу появились больные. Тестов не было, вроде все хорошо было. Ну, в общем, всю заразу привезли наши олени на самолетах за границы. В общем, есть плюс от бедности, да, не летаешь никуда. Не шастаешь нигде, не завозишь никакую дрянь. Вот, потому что депутаты и прочая сволочь из всяких куршевелей позавозили к нам это говно. Вот, так что сейчас практически всех заставляют в масках ходить. Это правильно, потому что ты не знаешь, заражен ты или нет, но в масках должны ходить все. Это уменьшает степень возникновения этой заразы, передачи и прочего. Зима все равно не очень хочет уходить, потому как вот тепло было. И буквально обещают опять похолодание. Поэтому, не знаю, по антеннам сейчас сделал пол волны на 27, не показывал. Ну, такое обзорное, короче. Скорее всего, буду делать 2 элемента в горизонте на 27. Потому что после направленных антенн, пусть там на 145, на 430, все, что связано с обзорными антеннами, они, ну, как бы работают, сами понимаете, очень смешно, неэффективно. Вот, так что такие планы. Всем не унывать, носить маски, ребята, не плевать на свое здоровье, потому как вроде как оно не очень видно, болезнь. Вот, но реально она опасно, это видно по Италии, по западным странам. А учитывая степень, уровень нашего здравоохранения, который просто донный, надо быть очень осторожными. Так что, ребята, всем здоровья, будьте осторожны, самоизолируйтесь, занимайтесь делами, всем здоровья и радиолюбителям всем три и всего хорошего. До свидания.